Всем пламенный бонжур. Сегодня прибыла никак не обозначенная бритва из центра французской металлургии города Тьер. Бритва абсолютно новая, с хранения складского. И как часто это бывает, к большому сожалению, естественно, вот эти темные чуланы полны губительной влаги, которая вот отражается вот таким вот образом отвратительно на полотнах. Вот большой очаг коррозии здесь и тонкие точечные очаги ближе к кабушку, как мы можем наблюдать. Вот и эрль зацепила. Вот с этой стороны, ну, практически все в идеале. Бритва, естественно, абсолютно новая, в размере 5/8. На четверти выборки, ну, фактически это клин. Редкой красоты, такой темноты, насыщенности, тона. Рог, клин, кость, булавки еще стальные. Только что закончил ее затачивать. Сталь показалась себя в работе с лучшей стороны. Ну, здесь, в общем-то, ничего удивительного нет. Вот таким вот образом. 1000 гривен, $35 цена вопроса. Даже порекомендую новичку. Бритва изящная, не тяжелая. Нос круглый. Вот здесь даже при заточке, естественно, кромка имеет край. То есть в каком-то месте она прекращается. Соответственно, вот самый-самый-самый такой мысок, самый краешек, он, как правило, острый, может быть, если его слегка не привалить. Что я, собственно говоря, и сделал. Тем самым, на всякий случай, для потенциального покупателя повысил безопасность. Вот такая красота. Вот так вот с лица ее покажем еще раз. Все родное, гринт родной. Но здесь даже намека нет на какой-то оттиск, на травление. Ну, все грани, все острое. Спина, все четенько. Итак, еще раз. Бритва из Тьера, 1000 гривен, $35 вашему вниманию. Все, дорогие друзья, удачнейшего дня. До скорых встреч в эфире. Пока.